здравствуй. Здравствуй. Все, присаживайся, рада тебя видеть. Взаимно. Тем более, что знаю, что последние дни у тебя были очень напряженные. Ты сдавал альманах, все да, так? Да, так и есть. Измотал меня полностью, если честно. Ну, зато ты теперь, наверное, один из самых информированных людей в стране, потому что детально смотрел все события года, все сравнивал, все печатал, так? Кстати, очень интересно смотреть уже постфактум события, которые нам кажется, что они давно уже позабыты. Угу. И когда опять проходишь через все эти события, когда опять заново переживаешь те события, которые были, например, в прошлом году, это был очень трудный год с политической точки зрения, конечно, ощущения кажется, что новые, хотя и старые. Ну и как вот этот выпуск уже завершен, да, и у тебя есть полная картина, как год жила страна, кому из политических лидеров удалось сделать шаг вперед, кому назад? Мы окрестили, открою маленький секрет, если не будет это считаться рекламой, надеюсь, мы окрестили этот год годом политических сюрпризов, потому что сюрпризы в молдавской политике проскальзывают в 2016 году с самого первого дня, когда господин Стурза попытался получить вотум доверия парламента для своей команды, для своей программы деятельности, и до самого последнего момента. Мы же помним напряженку в конце 2016 года. Только в последние недели произошли две значимые события. Президент Дадон вступил в должность, и господин Плахотнюк занял место председателя демократической партии. Все это дает нам основания сказать, что год на самом деле был трудным, и везде в течение года проскальзывали политические сюрпризы. Соглашусь. Ну, знаешь, ты не только подводишь итоги, но делаешь прогнозы на будущее. Я всегда их с большим удовольствием читаю на трибуна.мд. Вот последний твой прогноз, который я лично видела, он касается парламентской сессии. Ты там сделал свои расклады, возможные варианты событий, да, абсолютно точно, и всех их объединят одно. Ты предвидишь некие такие процессы, которые приведут к изменению расклада сил в правящей коалиции, которые повлекут за собой, значит, какие-то, я не знаю, большие, наверное, выводы и большие изменения. Так? Ну, так и есть. Мы там излагаем 5 сценариев. И это не только наши сценарии, это сценарии, которые активно обсуждаются в политических кругах, в кругах тех, которые интересуются политикой. И в самом деле все ожидают чего-то. Кто-то говорит, что это будет цунами в политическом смысле, кто-то говорит, что это будет чуть ли не землетрясение политическое какой-то очень большой магнитуды и так далее и тому подобное. Все ожидают чего-то. И ясно, что что-то произойдет. Иначе бы некоторые процессы, которые начаты были в прошлом году, они бы не имели смысла, если бы в этом году они не имели продолжения, и, может быть, даже окончания. Это продолжение, это окончание предусматривает большие сдвиги, большие цунами, большие землетрясения, кто как хочет, так их и называет. Ну, ты там так прямо и пишешь, дыма без огня не бывает, поэтому наверняка значит, какой-то из этих сценариев будет внедрен в жизнь. Да. А тебе какой сценарий кажется самым правдоподобным? Напиши его для телезрителей. Мне кажется, что, скорее всего, события на первом этапе, в первые месяцы этого года, февраль-март, я уже имею в виду, потому что январь закончился, будут крутиться вокруг двух больших тем. Первая большая тема – это реорганизация правительства, процесс, который был объявлен… Спасибо. Процесс, который был объявлен в апреле прошлого года, и над которым работалось из того, что мы видели, из сообщений для прессы правительства, из заявлений политиков, которые были вовлечены в этот процесс, он продолжался в течение всего 2016 года. И сейчас мы должны видеть его завершение. Его завершение, если судить по тем заявлениям, которые делаются на эту тему, может быть одно – сокращение числа министерств с 16 до 9, сокращением числа агентств, сокращением числа бюро, коммассирование некоторых должностей. Но не это интрига, это предсказуемо, что будет какое-то сокращение. Интрига в другом. Согласно законодательству,
Если реорганизация правительства затронет где-то половину, минимум половину или чуть больше половины из структуры исполнительного органа, то обязательно должна последовать отставка. Пусть нет. Официальная, пусть формальная, пусть техническая, называйте как хотите, но она должна состояться, потому что то правительство, которое получило вотум доверия парламента, его уже не будет больше, чем наполовину. Это логично. И здесь проступает на первый план, на передний план та интрига, о которой я говорил. Будет ли утверждено новое правительство во главе с тем же премьером? И кто за него проголосует? И кто за него проголосует? Да. Потому что это уже исходит то, что вы говорите, это уже исходит из второй части вопроса. Будет ли в связи с реорганизацией правительства переформатирована правящая коалиция? Вот в чем интрига. И отсюда уже исходит второй сценарий, потому что хотя и господин Плохотнюк заявляет в интервью для прессы, что господин Филипп и его правительство доведут свой мандат до конца, что никто не собирается его менять на половину пути и так далее и тому подобное. А господин Филипп ему помогает и говорит, что господин Плохотнюк не будет претендовать на премьерский пост вплоть до 2018 года. Правильно, но есть и другое мнение. И это мнение гласит так. Поскольку вступило в силу новое соглашение с МВФ, надо сделать пару радикальных реформ. И мы видим тот темп, очень быстрый темп, с которым двигается правительство Павла Филиппа. Еле-еле завершили реформу системы, пенсионной системы, как уже начали другую реформу, очень амбициозную, та, которая касается, например, определения степени инвалидности, потому что мы знаем, что в этой области тоже много делается. Или, насколько я прочел, они начали другую реформу, которая касается системы оплаты труда в бюджетной сфере. То есть очень много щекотливых моментов таких есть, которые никто, ни один из премьер не возьмет на себя добровольно. Возможно, с этим и связаны эти заявления, что мы оставим господина Филиппа довести свой мандат. Чтобы он сделал самую черную работу. Конечно, чтобы не пачкался уже другой премьер. Да. Это так. Но с другой стороны, надо смотреть. Если вся эта работа будет завершена, скажем, в течение полугода, премьер Филипп может открыто сказать, да, я свою миссию завершил. Почему? Никто же не исключает это. Он скажет, я взял страну в глубочайшем политическом кризисе, экономическом, изолированной от внешних доноров, от внешних партнеров. Не удалось все это преодолеть. Более того, за очень короткий срок, за полтора года, скажем, я провел очень много реформ. Сейчас, извините, но я свой долг перед страной выполнил. Что тогда будет? Ему дали довести мандат до конца, он посчитал, что его мандат заканчивается здесь. Поэтому очень широкий спектр, очень широкое поле для возможных спекуляций, интерпретаций. Ну, понятно, но всем же сейчас интересно другое. Всем очень интересно, в каком виде будет сейчас работать правящая коалиция. Потому что вот даже в всех сценариях, о которых ты писал, ты говорил, что возможно, что она пополнит свои ряды. Хороший вопрос, за счет кого? Ты по-прежнему настаиваешь, что вот она пополнит свои ряды? И где эти резервы? Давайте мы будем рассматривать вопрос чуть-чуть шире, не только через призму возможной реорганизации правительства и возможного форматирования коалиции. Мы там говорим, потому что я подписал материал, но там есть, конечно, и доля работы моих коллег, которые собирали разного рода информацию, официальных, неофициальных, и предоставляли ее мне. И мы там открыто говорим, что одна из самых больших провокаций на данный момент, которая существует в политическом мире Молдовы, это возможное изменение избирательной системы. Есть ли в нынешнем парламенте нужное большинство, чтобы перейти на смешанную систему, которая предусматривала бы, что половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина в одномандатных округах? Нету. Нету. Подожди, ты имеешь в виду, сколько голосов для изменения? Это в избирательный кодекс? Конечно, простое большинство. То есть 52 голоса на сегодняшний день ты не видишь. Не надо забывать, что либералы не будут голосовать. Либералы практически открыто об этом говорят. И у нас есть парламентское большинство, но есть одно составляющее парламентского большинства, которое ни за что не проголосует. Остальные игроки в парламенте кто? ЛДПМ,
фракция ЛДПР, фракция коммунистов и фракция социалистов. Выгодно ли им изменение системы? Да ни в коем случае. Вот и мы пришли к тому, что вроде бы у нас есть парламентское большинство, но это парламентское... Но оно какое-то нефункциональное для этого вопроса. Конечно, для этого вопроса полностью нефункционально. И вопрос в качестве ответа на ваш вопрос. Предусматривает ли это, что произойдут какие-то форматирования в парламенте, какие-то перебежки туда-сюда, чтобы набрать нужное количество голосов для того, чтобы изменить избирательную систему? Скорее всего, да. Не уверена, что да, потому что мы живем в Республике Молдова, а у нас нет ничего популярнее, чем торговля. У нас, да, то есть я имею сейчас в виду политическую торговлю. Я думаю, что если ситуация будет складываться прям вот таким паршивым образом для правящей коалиции, то господину Гимпу могут сделать такое предложение, от которого ему будет сложно отказаться, если мы будем помнить о том, насколько важен для либералов на сегодняшний день пост генерального примара, значит, муниципия, да, Кишинев. Да, да, есть вот, такое. Поэтому тут тоже возможны варианты, кстати, вот если мы так подумаем. Интересно, ты рассказываешь, я тоже слышала по поводу этих вариантов. В большей или меньшей степени люди там пытались спрогнозировать и радикальные какие-то перемены, и косметического такого характера. Но я думаю, нам ждать осталось недолго. Знаешь, сейчас больше говорят о другом. Сессия еще не началась. Как начнется сессия, наверное, центр сместится туда, в парламент, как это обычно бывает, и в центре внимания будут депутаты. Сейчас так говорят о противостоянии президента и правящей коалиции. Ну, мы видим, что с каждым днем оно усиливается, что обе стороны делают достаточно громкие заявления в адрес друг друга. Вот насколько это тревожный симптом для страны? И как ты думаешь, в конечном итоге, как эта ситуация может разрешиться? Я думаю, что президент сейчас, я тоже написал... И чай, кстати, вот угощайся, а то ты совсем да, о нем забыл, да. Ну да, увлекательный разговор, я забыл о чае, да, согласен. Мы его, этот разговор с добрым, хорошим чаем, ты, а я хорошим кофе. Да, я думаю, что президент Дадон не должен упустить... Я сейчас чисто прагматически стараюсь размышлять, ставлю себя на место президента Дадона. Я то же самое сделал пару дней назад, и на нас, я и мои коллеги, я не помню уже, кто из нас написал этот материал, но на нас набросились некоторые аналитики, я не стану их относить к какой-либо, какому-либо политическому лагерю, но их явно раздражало то, что мы попытались поставить себя на место господина Дадона и понять логику его действий, и спрогнозировать, и даже местами сказать, как бы мы поступили, если бы были в такой ситуации. Но все очень просто. Давайте посмотреть на политическую составляющую проблемы. Президент Дадон, нравится кому-то или не нравится, он получил 52% голосов, порядка 52% голосов на всенародных выборах президента Молдовы. Он как бы имеет, не как бы, но он имеет и легитимность, он имеет и право, и моральное, и легальное требовать предотвращения в жизнь своей избирательной программы. В то же время, что мы имеем, кто руководит на данном этапе страной? На данном этапе страной руководит партия, практически, де-факто. Я ухожу от такого слова, как коалиция, потому что де-факто страной руководит одна партия. И эта партия на предыдущих парламентских выборах взяла четвертое место. Набрала чуть менее 1/5 голосов избирателей. Первые три партии, социалисты, либерал-демократы и коммунисты, были исключены из процесса правления страной. У кого больше легитимности? Вот я так ставлю вопрос. Я, конечно, остерегаюсь. А они в ответ могут сказать, мы руководствуемся законом. Каким? Согласно, ну, они апеллируют к Конституции, к полномочиям, какие есть у президента, и напоминают о том, что мы живем в условиях парламентской республики, да? То есть напоминают о том, что у спикера, значит, есть тоже полномочия, ну, и говорят о правительстве, о его, значит, правах и обязанностях. Так, правильно. Ты же читаешь. Правильно, хорошо. Тогда мы поставим вопрос по-другому. Давайте возьмем
конкретный пример того, чего хочет президент и чему противится правящее большинство. Например, президент хочет аннулирования закона, который ставит возвращение миллиарда, украденного из банковской системы, на плечи граждан. Угу. Разумно. Я не думаю, что есть в этой стране граждане, помимо тех, которые проголосовали за этот закон, угу, которые хотели бы вернуть эти деньги, хотя они не имеют никакого к ним отношения. Эти говорят, правящее большинство: президент, вы не имеете права, Конституция вам не дает такого права. Но президент имеет же право инициировать законопроект. Президент, а что он и сделал? Он сделал правильно. Это. Президент, угу, имеет же право, если этот законопроект не находит поддержку в парламенте, а он знает, что он поддержан в обществе, имеет же право выставить его на референдум? Имеет. Вот это и есть следующий шаг. Ставите под сомнение, хотите, чтобы все шло строго через призму легальности? Хорошо. Но вы же не будете препятствовать проведению референдума. Хотя в этой стране всякое возможно. Хотя мы с тобой прекрасно знаем, да, как будут препятствовать, потому что последний пример – это референдум по отстранению господина Кертуака, значит, от своих полномочий. Мы видим, какие препятствия, да, были, значит, на этом пути. А вопрос, кстати, не исчерпан, потому что я... Не исчерпан, продолжают судиться. Вот, вчера было заявление, да, партии, советников муниципальных советов от партии господина Лянки, что для них приоритетом остается и в этом году отставка примара Дарина Кертуака наряду с реорганизацией примарии и с сокращением там, не знаю, рабочих мест, я не понял до конца, что они имели в виду. Было заявление господина Чабану, лидера фракции социалистов в муниципальном совете. То есть минимум две фракции оставляют этот вопрос как приоритетный и на своей повестке дня и в 2017 году. Так что я думаю, что здесь мы еще немало увидим сценариев, которые будут развиваться. И возвращаясь к вашему предположению, которое сделано было выше в контексте того, что господину Гимпу могут намекнуть и уломать его поступить так или так, возможно, так и будет. Кое-кто может воспользоваться тем, что две партии будут настаивать на отставке примара, будут опять судиться, будут разные процедуры, пойти по разным процедурам. Видимо, все это будет иметь определенную роль в политической игре в этом году. Ну, это хорошая такая журналистская методика, ставить себя на место того человека. Ты все-таки, да, чай выпей. Я имею в виду то, что вы попытались спрогнозировать, как будет вести себя Игорь Дадон. Вы, вернее, вели себя на его месте. Я соглашусь с тем, что, понимаешь, вот мне странно, почему так удивляются сейчас представители коалиции. Ведь, в принципе, он сейчас выполняет свои предвыборные обещания. Да. То, что писал, вот то он сейчас делает. Может, потому что у нас не всегда выполняют предвыборные обещания и четко разделяют предвыборный период, да, собственно говоря, от самого пребывания в должности. У нас так не очень принято, но что есть, то есть. Да. Знаешь, чего я сейчас жду в свете вот этого противостояния? Я жду визита президента в Брюссель. Uh-huh. Потому что мне тоже интересно, какие будут здесь комментарии. Помнишь, когда он был в Москве? Uh-huh. На мой взгляд, ничего такого сверхнового им сказано не было. Да? То есть все обмусоливали, значит, его высказывания по поводу соглашения об ассоциации. Но он сказал, если моя партия, да, партия выиграет, социалистов, да, выиграет выборы, то вот тогда они поставят этот вопрос в повестку дня, и я, конечно, с ней соглашусь. То есть вот сейчас будет визит в Брюссель. Как ты думаешь, действительно ли будет у нас опять поднят вот такой вот шум? Потому что мы с тобой, в принципе, можем предположить даже, что он будет там говорить. Да, да, да. Но президент имеет и определенные прерогативы в области внешней политики, и они очень четко определены и в Конституции, и в других законодательных актах. Но это будет, скорее всего, если можно сказать так, визитом. На румынском есть такой термин «декуртуазия». Скорее всего, это будет ознакомительный визит, в рамках которого европейцы попытаются
понять, как думает президент, что он намерен делать. А президент попытается выяснить для себя, какова будет их позиция к нему самому. И уже потом к возможным процессам, которые он намерен начать в Молдове. Ведь наверняка у него спросят, что он имел в виду, когда говорил, что надо денонсировать соглашение об ассоциации. Но с другой стороны, я бы хотел напомнить. А он ответил уже на этот вопрос. Да, он встречался с послами, помнишь? Он на этой встрече, во-первых, сказал после ее, что он не намерен менять свою позицию, а. И б, он сказал, что он им открыто совершенно и прямо сказал, что не скрывая, что это соглашение, некоторые его статьи нуждаются в пересмотре. Да. И по его словам, это не вызвало какого-то шока, там никто не упал в обморок, да, то есть они проявили понимание, сказали да. Ну, в принципе, знаешь, наверное, любой документ несовершенен, любое какое-то соглашение, да, да. Вот всегда можно его доводить, что называется, до ума. Вот и все. И я думаю, что он это скажет и в Брюсселе. Да, но надо учитывать и другой факт. Первый визит любого высокопоставленного молдавского чиновника в Брюсселе, может быть, даже за исключением господина Лянка, когда он стал премьером, но его уже знали хорошо в Брюсселе как министра иностранных дел. Но остальные визиты, первые визиты первых лиц в государстве, Брюссель встречал настороженно и даже чуть-чуть, можно сказать, враждебно. Я помню первый визит господина премьера Филиппа. Сейчас он как бы один из главных экспонентов проевропейской интеграции Молдовы. Сейчас как бы он пользуется определенной поддержкой, и он, и парламентское большинство в европейских кругах. Но первый визит его встретили чуть-чуть враждебно. Ему даже... А мы знаем почему. Да, даже... Миллиард. Миллиард. Да, конечно. Отношение к господину Плохотнюка, как он... Я бы не стала, это я сейчас тебе говорю, то есть я бы не стала сравнивать фон, на котором будет осуществлен этот визит, и тот фон, на котором был визит господина премьера, потому что мы помним те протесты, мы помним, как это правительство... И в Бухаресте, как его встречали. Нет, я имела в виду, что мы помним, как это правительство давало присягу, да, ночью, то есть, все же, да, втихаря, то есть, это разный фон. Я бы сказал, что сейчас президент Дадон в чуть-чуть даже лучшей ситуации, чем премьер-министр Филипп год назад, когда он совершил свой первый визит в Брюсселе. Я думаю, что даже если бы президент Дадон совершил бы сейчас визит в Бухарест, то фон, на котором происходило это событие, не сильно бы отличался от фона, в котором происходил первый визит в Бухаресте премьера Павла Филиппа. Тогда же тоже и протесты были, и недовольные, и те, которые просили, чтобы румыны не давали, не оказывали помощь Молдове, потому что к власти пришел такой и такой режим. То есть, если подытожить, можно сказать, что, скорее всего, главное слово, которое можно охарактеризовать уже на этом этапе прогнозируемый визит президента в Брюссель, это настороженность. И эта настороженность будет с обеих сторон. Они будут присматриваться друг к другу, чтобы лучше понять. Одно дело, когда читаешь про одного человека или про одну организацию, или смотришь его по телевизору, по интернету, и совсем другое дело, когда ты беседуешь с ним с глазу на глаз. Ну вот настороженность — это такая формулировка, такая, знаешь, достаточно расплывчатая. Ну давай поживем, увидим, как это будет и какие будут комментарии, какие будут сделаны заявления, как они примут, что он им скажет. Ну, потому что это на самом деле, мне тоже кажется, что очень важно. После визита в Россию, это второй визит, который приковывает к себе такое большое внимание. Хорошо, вот если взглянуть на ситуацию шире. Мы сейчас с тобой говорили о противостоянии президента и правящей коалиции, да, и правительство тоже имело в виду здесь. Создается впечатление, что есть у нас на сегодняшний день неких таких вот три центра, которые определяют ситуацию в стране. Что я имею в виду? Перво-наперво это, конечно же, власть, коалиция. Второе, мы уже с тобой говорили, это президент. И третье, знаешь, я бы выделила так называемую непарламентскую оппозицию. Да. Потому что это тоже важный момент, особенно на фоне после президентских выборов. Эти люди никуда не делись, они тоже продолжают делать заявления, да, они продолжают как-то высказывать свое мнение. Но вот есть такая точка зрения, что как раз вот после выборов они как-то, вот не парламентская оппозиция, как-то они, я не знаю, стали менее активно что ли себя вести, меньше проявлять себя.
согласен ли ты с этим и с чем ты это связываешь? Почему они вот так вот стали? Я думаю, что они сейчас отходят от президентских выборов, период, который был достаточно сложный для, особенно мы говорим в особенности о двух партиях, партии госпожи Санду и партии господина Анастаси, потому что они более активно были, бились на этом фронте и за место президента и все такое. Ну, давай не будем списывать и со счетов и партию Рената Усатова. Я еще и их имею в виду, когда говорю. Я имел в виду право... На правом фланге. Господин Усатый, конечно, он очень активен, и он представляет для нынешнего режима не меньшую опасность, чем Майя Санду и Андрей Настасья. Но он чуть-чуть на другом сегменте электората позиционируется. Но это три силы, которые способны каждый со своего сегмента выдать альтернативу как бы для Молдовы. Почему они притихли? По большому счету, правые эти две партии, которые говорил, я думаю, что они отходят от президентских выборов, период, который был очень сложным для них. Не надо забывать, что они долгое время были в поисках единого кандидата, что тоже предусматривало определенные усилия. Потом сами выборы, потом после выборов эти две партии усиленно продвигали интересы диаспоры, которая судилась с избирательными органами Молдовы, что были нарушены их права. И потом наступили праздники. С одной стороны, логично, что эти партии сейчас чуть-чуть бездействуют. Они, плюс к тому, они, скорее всего, находятся в процессе перегруппировки, что, естественно, такой процесс, он не всегда виден со стороны. У господина Усатова, другой очень сильной партии, я считаю ее достаточно перспективной, я думаю, что после следующих парламентских выборов она не только будет в парламент, но скажет определенное слово в период после выборов, в период формирования органов власти. Так у этой партии совсем другая ситуация, чем у предыдущих две. Рената Усатый практически находится в изгнании, и, к сожалению, власти применяют те же методы работы, которые мы не раз видели их в действии, когда к оппонентам. Я не берусь строго судить, что это чисто политический процесс, но исходя из того, что заявляет господин Усатый, из того, что представляет его адвокаты, есть серьезные мотивы подозревать, что это именно так. Но, конечно, в конечном итоге не мы те, которые решаем что-то, но мы просто имеем все основания делать такие выводы. Посмотрим, если выборы будут досрочным, потому что я не сбрасываю со счетов и такой вариант, или очередными. Если будут досрочные, то, скорее всего, мы увидим кое-какие движения, очень сильные, активные движения на правоцентристском фланге. И, скорее всего, и господин Усат, и его партия применят другую тактику. Если будут очередными выборами, то, возможно, тот период бездействия, о котором вы говорите, продлится минимум еще полгода. Во всяком случае, на правоцентристском сегменте, да. Ты сказал, что тебе показалось их поведение логичным, а мне нет. Мне не кажется оно логичным. Потому что, смотри, есть две точки зрения. Одни считают, что как раз вот эта непарламентская оппозиция, она должна концентрироваться вокруг президента, как центра силы и партии социалистов, потому что есть общая цель. Да, добиться внеочередных парламентских выборов. Они по логике вещей должны были бы как раз его сейчас поддерживать, да? Да. Его инициативы, и понимать, что если они этого добьются, то у них больше шансов пройти в парламент. Да? Это совершенно понятно. Да. Они этого не делают. Мы, наоборот, все время слышим заявления, где они критикуют и Плохотнюка, и Додона. У меня такое ощущение, что у них нет стратегии. Они не понимают, куда они дальше должны двигаться. То есть они критикуют всех и вся, а что они предлагают, собственно говоря, взамен? Они не говорят, как они видят развитие этой ситуации. И это не есть хорошо. Есть вторая точка зрения, где говорят об обособленности. То есть не надо там вам с этими пророссийскими силами, как-то сотрудничать. Это плохо скажется на вашем имидже. Вот так вот они это дело слушают и говорят, да-да-да, наверное, хорошо. И опять ничего не делается, то есть они как бы так, не с этими, не с теми, и сами по себе, нет?
Да, я думаю, что отсутствие стратегии, она выходит уже наружу, на первый план, и ее уже можно констатировать, ее отсутствие можно констатировать уже невооруженным глазом. Я, когда говорил о перегруппировке, я имел в виду тот факт, что те заявления, которые делают периодически и представители партии «Действия и солидарности», и представители платформы «Да», которые говорят, нам надо на данном этапе определиться, как мы пойдем дальше. Если мы намерены на последующих парламентских выборах хоть в какой-то форме существовать или свои усилия, я даже не знаю, консолидировать, то мы уже на этом этапе должны не повторять ошибку, которую мы делали во время президентских выборов, когда слишком поздно объявили о выдвижении единого кандидата. Если идем вместе, то идем вместе на этом этапе, уже с этого этапа. Если не идем вместе, то надо сказать, что не идем вместе и уже во время парламентских выборов. Видимо, это и создает определенные трудности с определением стратегии. И, видимо, поэтому эту стратегию еще нельзя сказать, что она у них есть. Ну, пока они будут искать возможные компромиссы, время идет, и идет, к сожалению, не в их пользу. Но я думаю, что на данном этапе самым лучшим тестом было бы, если бы появилась инициатива, неважно от кого, скажем, инициатива от президента. Давайте проведем референдум по тому же возврату миллиарда. И это было бы тестом для всех остальных сил и в то же время возможностью объединиться для единой цели, потому что они тоже против этого. А если они скажут, да, мы против этого, но мы не пойдем с тобой, потому что ты геополитически смотришь в другую сторону, это уже будет то, о чем говорилось чуть раньше, что они не способны объединиться во имя достижения единых целей. С другой стороны, не только этот референдум может их объединить. Любой референдум, пусть президент или кто-то из этих партий выступит с законодательной инициативой, которая бы позволила чуть-чуть, я не знаю, референдум, законодательная инициатива, позволила бы чуть-чуть расширить возможности распуска парламента. Это опять же создало бы солидную базу для объединения усилий всех этих партий, независимо от своих геополитических преференций и все такое. Это был бы хорошим тестом для них. А пока они сидят и бездействуют, и лишь комментируют то, что делает Домну Плохотнюк, или то, что делает правящая коалиция, это не есть хорошо, потому что это означает, что у них нет своего видения, нет своей стратегии. Они просто ждут повода выйти в масс-медиа, а этот повод им всегда должна давать власть. Это ненормально. Да, соглашусь со многими твоими утверждениями, но хочу спросить, что ты думаешь о протестном движении в Молдове? Потому что, во-первых, единственный раз, когда наши оппозиционные силы объединялись, и правые, и левые, это был опыт прошлого года, когда они вместе протестовали. И я периодически тоже слышу, вот от, особенно от лидера лидера нашей партии Рената Усатова, готовьтесь к протесту. Опять же, что происходит в соседней Румынии, многих это как-то воодушевило. Я читаю тоже комментарии, смотрю, как люди говорят, вот какие они молодцы, они сумели мобилизоваться, они и вышли на улицы. Как у нас ты видишь возможность возрождения протестного движения? Потому что нет более действенного способа, если хочешь влиять на власть, чем протест. На днях мы опубликовали материал, в котором привели три возможные, я даже не знаю, как их назвать, три возможные объяснения, почему протестное движение в Молдове спало, почему протестные массы стали аморфными в некотором смысле. И, пользуясь случаем, я бы хотел напомнить, какими были эти выводы. Во-первых, не надо забывать о том большом разочаровании, которое постигло протестующую массу в Молдове в 2015 году. Целый год они протестовали. И даже в начале 2016 года. Да. И чем это закончилось? Апогей был, когда голосовали правительство. На улице выходили бои иногда даже больше, чем 100 тысяч человек. И не было логического завершения. Сейчас люди, хотя и видят
мотивов для протеста. Потому что в Румынии, там есть амнистия, вывела до 300 тысяч людей на площадь. У нас есть и амнистия, готовится эта налоговая амнистия, которые те, которые обворовали страну, сейчас опять будут прощены за какие-то проценты, что делалось и раньше, и сейчас. И миллиарды этот на шею граждан, и много других поводов. У нас, поверьте, поводов у наших людей больше, гораздо чем у румын. Больше, чем у румын. Но первое, они боятся. Опять выйдем, опять пострадаем, потому что мы знаем, некоторых запирали, мутили по судам по 4-5 месяцев. Власть уже постаралась здесь, чтобы нагонять страху на протестующих. Выйдем, будем рисковать, и что? Нету завершения. Это первое объяснение. Второе объяснение. У нас практически некому выводить людей на площадь сейчас. Ну вот смотри, гипотетическая ситуация. Президент выступил с законодательной инициативой по поводу этого миллиарда. Ну вот будут же в парламенте ее рассматривать. Да. Другой вопрос, как они проголосуют? Понятное дело, что в это время будут сторонники партии социалистов. И вдруг в это время могли бы чисто теоретически поддержать этот протест представители, значит, и партии Майя Санду, Андрея Анастаса, да, и нашей партии. Да, первое, что мне пришло на ум. Это да, и более того, я думаю, что сам президент может последовать совету своего... А он говорил, я не боюсь улицы. Да, да. Он говорил в своей пресс-конференции, да, да. Я не боюсь, я Клаус могу выйти. Клаус Йоханнес вышел и вместе с протестующими сказал, я с вами, я против Ордана, который продвигает правительство Гриндяну. То есть, если бы президент сделал такой шаг, я думаю, что у правоцентристских и даже у левых оппозиционеров, у левоцентристских было побольше оснований выйти. Они бы сказали, все, мы солидаризируемся с президентом, это означает, что автоматически на повестке дня появляется тот пункт, который мы раньше продвигали, когда господин президент был просто лидером оппозиционной партии, мы все втроем протестовали, и нашим главным требованием было распуск парламента. Здесь совпадают видения, но вроде бы все логично складывается, но есть и третье объяснение, которых я упомянул выше, и которое гласит о том, что власть, когда чувствует, что нарастает протестная масса, они подкидывают конфетку обществу. В прошлом году эта конфетка была президентским выбором. Ну, хорошо, завершились они, как завершились. В этом году поговаривают, что если вновь протестная масса возрастет, а это вполне возможно, и власть это вполне осознает, то конфеткой будет смешанная избирательная система или система по одномандатным округам. Тем более, что это для власти... Я не думаю, что... Ведь смотри, в президентские выборы оппозиция как раз включилась активно, а смешанная система как-то все будут против. И здесь оппозиция будет в очень нехорошем положении, потому что, с одной стороны, вроде бы они понимают, что это прямой путь к полнейшей узурпации власти в этой стране. Да, они об этом говорят. Да, но, с другой стороны, граждане скажут, что мы устали выбирать вас партии по партийным спискам. Мы хотим, как президента, мы хотим каждый избрать своего депутата. И власть на это может сыграть. И это Я бы не стала все-таки так сравнивать, конечно, потому что что отличало президентские выборы, это то, что сами партии это разделяли. Здесь смешанную систему разделять не будут. И я не знаю, то есть тоже ведь в народ пойдут и будут людям объяснять, что да, мы не против, но вы поймите, что эти люди, как они сейчас говорят, они говорят, что их просто перекупят, и вы ничего, собственно говоря, не добьетесь. Это тоже вероятно. Вероятно, но с другой стороны, как конфетка, сам факт, что возникнет полемика, и люди отойдут от протестов и станут уже спорить, поддержать или не поддержать систему, это уже конфетка. Уже да, отвлечение, да, конечно, внимания. Конечно. И вот суммируя то, что я говорил. Первое, люди не видят продолжение и финал своих возможных протестов. Второе, практически некому выводить сейчас людей на улицы с маленькими исключениями. И третье, конфеты, которые подкидывает власть. Вот это и объясняет, почему протестная масса, хотя у нас побольше мотивов, чем у румын, не проявляет себя протестная масса. Есть четвертое, на мой взгляд, особо важное объяснение. Какое? Я говорю сейчас о международном факторе. Да, мы же прекрасно с тобой осознаем, что, ну, давай скажем так, мы каждый раз видим, когда возникает у нас какой-то протест, лидеры правых особенно, что делают? Они идут и встречаются с послами. Да. И мы видим, что особым пиаром, значит, занимаются именно тогда, когда были встречи с послом
от ЕС, да, да. Со стран ЕС и Соединенных Штатов Америки. Вот давай, это правда. Да, это и мы так. понимаем, что их мнение вот в организации протестных движений, оно не просто важно для них, да, оно да. супер важно. А тогда мы с тобой переходим к очень простому вопросу. А кого, собственно говоря, сейчас поддерживают наши партнеры, западноевропейские и американские? Нужно ли им это? Поговаривают в определенных политических кругах, что как бы внимание западных партнеров к Молдове сильно ослабевает. И это происходит на фоне... Внимание или влияние? Внимание. Внимание, так. Они уже не столь акцентируют свое внимание на Молдову, Молдова не столь для них важна. И это связано в первую очередь с результатами президентских выборов в Америке. Дональд Трамп ясно дал понять, новый президент США, что он уже не видит смысла в том противостоянии, которое было по линии НАТО-Россия, например. Дональд Трамп ясно дал понять, что он видит по-другому отношения с Россией. Дональд Трамп ясно дал понять, что он будет концентрироваться в основном на своем принципе, в первую очередь, все для американцев и улучшение их жизни там, внутри страны, тем укреплением позиций. То есть отказ от имперских амбиций, как многие там, чуть-чуть. И право, значит, за странами оставил Трамп на отстаивание своих национальных интересов. Это... Единственное, что он дает ясно понять, что США будет и дальше продолжать действия на международной арене, это борьба с терроризмом, это все, прежде всего, Ближний Восток, ситуация там. Ты знаешь, все, что говоришь, согласна. Сегодня выступал новый, значит, представитель Соединенных Штатов Америки в ООН, и как они обменялись, какими репликами с господином Чуркиным, представляющим да. Российскую Федерацию. Как-то оно твою теорию немножечко... Ну да, ну есть исключения, конечно, но... Ставит под сомнение чуть-чуть. Да, да, но я привык судить, исходя из заявлений первых лиц. В данном случае мне кажется, что то, что говорит Дональд Трамп, важнее, и надо учитывать именно это мнение. Конечно, и другие надо учитывать, но в первую очередь это мнение. Другими словами, если переводить этот полудипломатический месседж, это означало бы так. Мы не намерены противостоять России в Европе, особенно в Восточной Европе. У нас есть свои приоритеты. Конечно, мы будем следить, но не в той мере, которая была до сих пор. С другой стороны, есть Евросоюз, который ясно, что никто уже не ставит вопрос о расширении Евросоюза. У Евросоюза своих проблем по горлу. То кризис мигрантов, то выходы Великобритании из Евросоюза, то сейчас уже все следят пристально за предстоящими выборами в Германии и президентские выборы во Франции, которые могут принести определенные сюрпризы. Да. Ясно, что и Евросоюзу сейчас не до Молдовы в той степени, которая была до сих пор. Они продолжают по-прежнему. И, видимо, правящая проевропейская власть, как они себя называют, чувствует все эти перемены. Они чувствуют, что времена меняются и надо... Они чувствуют, что они оказались без надзора, то есть, да? Да, можно сказать и так. Как по-другому понять заявление господина Плохотнюка и после этого последующие комментарии некоторых журналистов, блогеров и так далее, что да, европейская интеграция остается для нас приоритетом, но мы должны уже строить здесь у себя национальную чивику молдовенец, как они молдавскую нацию, и молдавская нация это не означало бы молдаване, а означало бы все этносы, проживающие здесь, но которых бы под словом молдаван... Ну да, риторика изменилась, да, да, соглашусь. Это возвращаясь к вашему вопросу, что это означает? Это означает, что на фоне ослабления внимания американцев, европейцев к ситуации в Молдове, это создает определенное дополнительное поле для действий для нынешней оппозиции. В первую очередь правоцентристской, которая до этого равнялась, как ты говорила, выше, прислушивалась к тому, что ей советовали европейские послы. И сейчас, естественно, советы не будут столь настойчивы. И это означает побольше поля для действия для нынешней оппозиции. Ситуация меняется, и меняется для всех. Меняется и для правящей коалиции, которая продолжает называть себя проевропейской, хотя сама уже меняет акценты. Ситуация меняется и для президента Дадона, который
вроде бы имеет политического противника, но он не столь геополитизирован, если можно так сказать, с такой большой геополитической поддержкой, как раньше. Ситуация меняется и для правоцентристской оппозиции, которая расширила поле своего действия. И вот на фоне всего этого, я думаю, что можно делать определенные выводы. Главное, чтобы сделали выводы те, о ком ты говоришь, и чтобы эти выводы были на пользу самой Молдове, да? Потому что в конечном итоге для чего все делается, если не для простого гражданина? Интересно, у нас с тобой беседа получилась. Время, к сожалению, уже наше вышло. Ну, остается только ждать, какой из твоих прогнозов подтвердится, что ты по вариантам так их все разложил, да, по полочкам, да, что да. Остается только на самом деле смотреть, что же все-таки будет, какой из вариантов будет применен у нас здесь, в Республике Молдова. Я благодарю тебя за то, что ты пришел, и мы с тобой беседовали. И, конечно, желаю удачи на журналистском поприще, потому что всегда слежу за тем, что ты пишешь, как ты пишешь, и думаю, что у тебя все, как и прежде, будет получаться. Спасибо тебе. Спасибо вам, успехов. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.